С 1 апреля тверские школы начнут принимать заявления на зачисление детей в первый класс. Документы необходимо подать до 30 июня. В первую очередь места в школах будут предоставляться тем кандидатам, которые проживают на территории, закрепленной за той или иной школой, тем, чьи братья или сестры уже там учатся, а также детям военных и сотрудников полиции. Зачисление будет проходить до 6 июля, до заполнения свободных мест. Подать заявление о приеме на обучение, соответствующие документы, родители или законные представители могут подать несколькими способами. Можно зайти на портал самой школы, подать в электронном виде заявление. Можно зайти через портал госуслуги. Можно лично принести заявление в саму школу. И можно отправить почтой. Как только вы зарегистрировались, через некоторое время вы должны в эту школу поднести пакет документов, перечень которого вы тоже увидите на портале школы.